Алло. Вызывай. Я стою на углу, там, где мусорная куча. Сейчас. Я стою на углу, там, где мусорная куча. Ой, не мусорная куча, а на углу. На углу хоздвора, там, где корты. Да. Самые лучшие убираются. Дубы такие, знаешь, получше. Привет, Толечка. И все остальное. Ну, если вы понимаете, что такое дуб? Да. Что такое ветка? Я вижу, какие ветки у вас в присыпке. Отличная, отличная древесина. Да. Там ни одного дуба, ни одного дуба нету. Мост отключить, пожалуйста. Вот, не рубите, что, не ругай. Вот пока мы только дождались только сотрудника ППС, который как-то сейчас... Там ни одного дерева целого нет. Да, здравствуйте. Когда мы можем группу подождать? Ветки убираются, убираются. Что тебе еще надо? Ну, блядь, лишь бы побегать. Я здесь без выходных буду работать.
нарушение. Вот это уже тоже не увеличим. Заказ на горестки. Вот а вот такой дубок был красавец. Где дубок? Вот это что, и дубок был. Колено не веди, сим делай. Не знаю, где так. Ну, вот такие шикарные деревья. Сегодня были срублены. И именно загружен целый прицеп. Немного вопросов. Да, что-то не могу поинтересоваться. Конечно. Чего? Чего? Чтобы интересоваться. Чего ты уезжаешь? Мои личные жизни. А что, нельзя? Дождался бы милиции. А? Милиция дождался. Зачем? Зачем нарываться Николаю на это? Ради ж тебя вызвали. Да. А, ради меня? Конечно. Воровство идет. Ну что ради меня? Не, ну поехали. Можно сделать так, чтобы ты подождал здесь. Милицию. Если ты очень скучный. У нас пару пеньков с твоей машины есть. Мы можем вот так под машину положить, что ты на этом колесе просто никуда не выйдешь. Тебе работа на свежем воздухе. Это с пары бензина, наверное. Да. А? И мне надо посмотреть, вы имели имущество. В ваших руках даже если я...
Поэтому они называются Энергосоюз 8. Это вроде бы у них наряд на... Ну, это у них так они съезжают. Вроде бы наряд на... Я знал этот самый.